Ну что, ноябрь продолжается, курочка все сидит еще. Сколько она сидеть будет, не знаю. Но яйца мы соберем все равно. Под ней, я знаю, яйцо есть. Я потом заберу. В самый последний момент вначале соберем там, где нету курочки. Вот. А потом под ней заберем. Вот если бы было вот десяток курочек, это примерно в день 6-9 яиц. Ну дай мне твое яйцо. Опс, одно яйцо. Видите? Мы его и заберем. Она, правда, ругается, что я забираю. Ой, ну, ой-ой, она так интересно каркочет. Я ее гладить люблю, эту курочку. Ее когда гладишь, она так аж глазки закатывает. Но просто споймать ее, если она по огороду ходит, не так-то просто, тяжело. А так она нормальная курочка, такая интересная. Ухей Илюй. Ну, я вам скажу, я ее покупал не как Ухей Илюй. Ну, то есть яйцо у меня было барковское, барвистое. Вылупилось такое, ну, что есть. Хорошо, что курочка. Ой, такая, мне нравится. Такая черненькая, интересненькая. Тепленько. Вот такие дела. Все, короче, вот такое количество у нас яиц сегодня.